этом году вы уже проигрываете второй финал, точнее даже третий финал. Что с этим делать? Что не получается? Не знаю. Это любимый мой ответ. Да, да, в этом ответ. Что? Я не знаю, что. Ну, проигрываем мы их по этим, по, как это, булиты, пенальти, еще что-нибудь, да. Поэтому... Что тут можно говорить? Я не знаю, что это. А вот Макей не забил булит. Что, не хватило? Хотел перебросить, не получилось. Техника или сила духа? Вот что он... Да, я думаю, дух тут ни при чем, техника тоже. Так получилось. Вообще волновались вот во время булитов, что опять что-то может повториться, опять не выиграем? Не хочу волноваться. Ну, это... Тут надо выходить и... Не знаю, там... Кто мастер этого дела, решать этот вопрос. Я просто даже не лезу куда. Я... Меня выпустили один на один, я вот там убью кого-нибудь на трибуне сюда. А вот после такого, ну, нет разочарования, что мы никогда не выиграем вообще финал? Вообще есть ли стремление опять и опять идти в бороться? Если, допустим, подытожить, наверное, наш... Ну, я не могу сказать год, полгода вот эти, когда я вернулся уже в Броке, то, наверное, нам надо лучше тренировать именно какие-то серии пенальти, потому что мы проиграли до финала и по ним. А так, что еще, я не знаю. Ну, улучшать игру, понятное дело, совершенства нет, надо всегда стремиться к лучшему. Так, вроде все банально сказал.